Ольга Каменская. 10-го года рождения. Русская. Это невозможно ничего объяснить. Это невозможно. Я не могу так рассказать, чтобы это можно было почувствовать. Я себя ненавижу, когда мне страшно. В ней чувствовалась сила. Признание облегчит вашу участь. Я понимал, конечно, что она заключенная, что ее казнят. Трудно объяснить это. Это нужно почувствовать. Я посмотрел на нее и не сразу понял или поверил, что это она. Все, что я помню, это огромные зрачки, глаза, которые с нежным страхом сквозь меня смотрели. Вообще, когда он появился, мне стало хорошо. Мне стало очень хорошо. Вы себе не представляете, что это за счастье? И никогда не будем вспоминать об этом. Вдруг почувствовал себя как маленький ребенок, который ничего другого не хочет, только лежать рядом с ней. Момент слабости.